Те же самые приемы мы можем делать и стоя. Давайте чуть на меня. Так, ну я просто покажу быстренько, да? Ну, во-первых, с шеей это понятно, да? Вот так вот. Видишь, опять же, мой локоть как поднимается, чтобы вектор был направлен в него. Не сбоку там сзади как-то, да? Не вот так вот, а именно со всей ладонью. Упор идет вот в эти косточки, да? И я прямо в него, внутрь. Это на грудной отдел и немножко вот угол меняю, да, вот так вот. Это на вот нижний шейный отдел. Также можно обойти сбоку, да, и повернуть атлантуму. Вот так, раз, два. То же самое можно сделать, даже это стоя удобнее делать, когда вот тут руки зажаты, локти чуть сведены, повернемся вот так вот, да. Хватаем за его запястье, и вот тут ему просто удобнее стоя на ногах, на пятках, да, и чуть на меня заваливаюсь, вот он тоже упал. Тут в чем удобнее, то что весь тело его играет. Опа. Так вот, видишь, поставили вот тут где-то позвонок, да. Следующий прием, когда мы переводим руки повыше, и вокруг черепа, вот прям вот так вот. Ну, смотри, вот еще отличие первого и второго, да, движения. Там были локти сведены, здесь локти расставлены максимально. Да, и пальцы там были сведены большие, тут расставлены под черепом, да. Ну и сами руки лежали на нижней части шеи, тут на черепе прям лежат. Опять же, тут нам даже легче будет завести руки. Даже можно и так вот раздвинуть локти. Поворачивайся. Главное, чтобы не тянуть здесь мышцы, потому что, ну или кожа, да, это либо в одежде лучше делать, да, либо так аккуратненько, чтобы кожа его не растягивалась. Вот, уперлись, тут уже голова наклонилась, и руки одна на одной лежат, видишь, там руки вот так лежали. Заваливайся на меня, падай, не бойся. И еще раз. Опа. Все, распрямились. Так, сейчас покажу еще один приемчик, а пока мы потренируемся друг с другом. В стоячем положении переходим на шейный отдел уже ниже, да, грудной отдел позвоночника. Для этого постарайся согнуться максимально как улитка. Вот так вот касается подбородком. Сейчас, секундочку. Продолжаем с грудным отделом, да, работать. Для этого, смотри, положи опять руки сюда на шею, замок, да. Коснись ключицы подбородком, да, и начинай скручиваться по одному позвонку, как улитка вниз, вот так вот позвоночник весь. Да, вот правильно делаешь. А то некоторые начинают от поясницы гнуться, там, или от середины груди, вот сейчас все правильно. Отлично. Вот так вот согнулись, она достаточно, вот, видишь, максимально растянут позвоночник. Сейчас мы его еще растянем, тут локти вместе. Теперь руки, главное, не расцепляй. И полностью сам расслабляйся. Вот смотри, я его нижней частью спины кладу на себя. Вот. Еще. Вот. Еще. Вот. Вот, а как улитку мы его развернули обратно. Вот такой вот интересный прием. Давай, хочу, чтобы ты тоже потренировался. Попробуй. Прием мануальной терапии стоя. Значит, смотри, можно просто, ну вот, например, у человека где-то вот болит здесь, мы определили, да, или позвонок смещен, да. Значит, мы берем его за ребра чуть ниже. Ну так, сантиметров примерно на 10, на 7 пониже, да? Вот. А этим местом упираемся в грудь нашу, в грудь. Мы будем грудью давить. Раз. Два. Сейчас уже просто все пропустили. Три. Четыре. То есть там, где проблема, да, в то место мы упираемся грудью. И за счет движения груди, вот такой резкой, резко на себя, да? Также, смотри, также на себя чуть заваливаем, да? И приемом вверх, видишь, еще вверх сам приподнимаюсь. Вот так вот. Попробуй.
Еще прием стоя, когда мы вернемся, руки попросим нашего пациента, человечка подопечного, полностью расслабить, расшатываем его, да, вот так вообще прекрасно расслабляется. Вот не висят веревочки. О, отлично, молодец. Значит, можно показывать фокусы. Опа, одну руку так заносим. Она почти лежит на плече, но не лежит на самом деле. Мы ее держим. Держим эту, да? Обоими руками. Подсели под него, пониже, да? Тут стараемся, чтобы не так рука лежала, все-таки вертикаль соблюдалась, да? И на выдохе поднимаем. Движение, смотрите, такое плавное, волнообразное у меня получается, да? Да, я тоже поднял. О! Вот. Видишь? Поставили то, что до этого не дошли. Вроде казалось бы, у человека сколько мы, 2 часа мучим, да, все равно еще хрустит и хрустит. Макс, ты как? Ты что-то побелел. Чтобы не пугай его. Облегченный вариант движения нет. Руки теперь просто вместе. Когда мы за оба локтя хватаем, да, то же самое. Ну, здесь можно дополнительно сделать расслабление таза за то, что мы за счет того, что подняли человека, он висит, просто покачали. По кругу его поясничку, чтобы отпустило, подготавливая к следующему приему. Сейчас я его продемонстрирую. Вот еще раз покажу такой нюанс. Стой. Ага. Смотри, не просто на себя ты наваливаешь, а как бы, знаешь, такое волнистое такое движение. Вот так вот под себя и вверх. Вот так вот? Наоборот, сначала вниз, под него, а потом вверх вот так. Ага, вот так. Вот так, да. Так и потом так. Вверх. Да. И вот тут так можно. Так и потом вверх. Да, и тут можно даже подпрыгнуть, если тебе не хватает роста, да, чтобы. Да, а потом на себя положил и потряс. Вот. И также можно с двумя локтями. Просто потрясти его. Поднимешь. Вот так? Да. Чтобы только не расползались локти. Держи их обоими. В чашечке вот так вот. Да, держим. Так. Не себя заваливаем и покачали просто. Покачали. Вот так вот. Вот. Отлично. И теперь у нас поясничка расслаблена, да? Мы сейчас ее тоже повернем. Так, как показать, давай вот с этой стороны. Значит, у нас, вот опять же, мы подсели под него, да? У нас осталась вот эта рука после предыдущего приема. Вот тут висит, да? Просто меняем руку сюда, чтобы обойти его с этой стороны. Особенно, если человек толстый, да, то его придется обходить. Тебе можно не обходить. Вот, позвоночник стоим ровно, да? Левую коленку поднимаем вверх. Левую вверх. Берем ее, держим и смотри в ту сторону. Дополнительно я его еще грудью упираюсь, своей грудью. Вот. Это таз у нас хрустнул, да, и вот здесь. Угу. Бывает у некоторых людей прям до середины спины вот так все прокрустывает. Или, ну, если человек полегче, можно будет делать вот так вот, держим. Ну, с девушками, например, девушками можно. Я говорю, танго потанцуем, поднимаем правую ногу. И берем ее, кладем вот так вот, расслабляемся. Уже хрустнуло. Вот, это альтернатива скрутки, которую мы делали на столе. Угу. Вот так вот. Ну, интересно. Попробуй. Давай, Макс. Ой, хорошо. Еще вот такой прием рекомендую сделать. Может, это мягче стало уже поясница? Мягче, да? Сейчас расслабим. Давай так вот отойдем чуть-чуть. А ты сам чувствуешь мягче поясницу? Руки. Пока еще не чувствую. Сейчас он сядет, мы его отпустим. А, я вот помню, вот так, да. У нас такой тоже это такому приему. Тут главное подсесть под его таз, чтобы вот таз был расслаблен. Вот самое главное таз. Расслабляем руки, ноги. Опять вибрацию включаем. Потряслись, как следует, руки свои. Так, не ждем пола, пола нету, а продолжаем тянуться и растягиваться. Медленно встаем. Разворачиваемся и благодарность обнимаемся. Якобы благодарность, на самом деле, я его сжимаю вот тут, именно в тех местах, где надо позвонки подправить.
О, видишь, видишь, ничего не хрустит. Все. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Вот. Так, Макс, ну давай попробуй этот прием. Попробуй. Давай вот немножко поясню. Смотри, когда вот он стоял вот так, и мы сзади за счет давления в грудь, да, давили, точка приложения усилия была выше, чем с этой стороны. Угу. Ребра, да? Вот. Потому что ребра идут вот так вот, поднимаются вверх, да? А когда мы с этой стороны, то у нас получается, что мы давим снизу корпусом, да, а руками выше. То есть опять получается, то, что приложение усилий здесь ниже, здесь выше. Ну, примерно разница сантиметров 10 где-то вот так вот. То есть мы взяли его выше и раз, 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 раз. Вот до того, что даже можно под самый, под самым, вот, нет, давай тут руки опусти вниз. Вот так, под самым, где вот шея начинается. Угу. Вот так вот. Вот. Молодец. Так, что-то так. Ну как ты, Макс? Давай. Ну, слава богу.